Всем привет! С вами я, Миха Нетри, и сегодня я вам хочу показать, как делать эту полоску радужной. Приступим. Для начала нам нужен английский язык. Нажимаем, включаем. Потом спускаемся вниз, где комментарии. Тут пишем на английском A Z-O-M-E. Сейчас покажу, как это делается, как это пишется на английской раскладке. Amazon. Пробелов. Еще теперь поднимаемся вверх и смотрите, какая полоска. Вы это видите? Вот. И кстати, ребят, подписывайтесь на канал на этого пацана. Вот его название канала. А также оно будет у меня. Ну а кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и удивляйте друзей вот этой радужной полоской. Всем удачи, всем пока!